проснулись, скушали пирожок, и Яна принесла нам вкусняшку. И мы смотрим книжки. Где глазки у динозавров? Где динозавры? Где динозавры у Викули? Где у них глазки? Помаши всем. Некогда нам, скажи, кушаем мы, да? Уже и глазки неинтересны. Ой, какие зубки у крокодила. Где зубки у Вики? У Вики где зубки? Где зубки у Вики? Кто болтает, мне кажется. Не до зубка. Вон там зубки у Вики, да. Вон там зубки. Вот зубки, видите? И язычок. Вот, всем. А где у динозавра глазки? Или мороженое. Давай тарелочку с вилочкой, с ложечкой. Все валяется. Ну, смотрим книжки. Смотрела, только-то прям заинтересовалась книжкой, и Кока ей мороженое принесла. О, у меня новый кран. Смотрите, какой красавчик. Бардак на кухне показывать сейчас не буду. Быстренько разбираюсь, убираюсь и будем готовить. Даже вот видите, у меня тут ничего не стиралось. Это вот он тек постоянно, тек тот кран старый. А вообще в последнее время прям вот ручьем отсюда лилось. Ничего не мыто, ничего нет. Говорю, как уходила, так и... Что-то тут раковина была. Так и выключала воду, чтобы мало ли что пролиться, чтобы не пролить соседей. Вот уже тут неделю целую. И ничего не готовила. Ни вчера, ни... Ну, так вот уж быстренько. Отключаю воду. Не, сейчас вот машинку включу. Машинку стиральную включила. Будем делать дела. Ничего не будем готовить. Ребят, рульку. Дошла до рульки, намыла ее, а потом... У меня все падает. Блин, первый раз пробую отделать ее от кости. Никогда не отделала. Получится или нет, не знаю. Может, нож поострее взять? Не поострее, а потоньше. Это тоже острый нож. Сейчас, в общем, пожарится. Вот маленькой катушки осталось. Сейчас поставлю катушки, почистила, сделаю салат. И у меня еще есть кусочек свининки. В общем, вот так. Будем жарить. Обычно я ее прям целиком запекаю, все на 2 часа. Или на больше. Давайте попробуем это делать. Айс. Допустим, из кости можно уже оставить кости ровки. И сварить, борщ добавить. Даже если что-то на кости останется. Ничего страшного, думаю. Не совсем у меня разморозилась холодная засранка. В общем, все борюсь с рулькой. Но я сделаю это. Вообще, когда я ее покупала,
я хотела сварить из нее борщ. Грудка лежит уже долго. Так тут кость не видно, смотрите, вот еще кость. Боремся, боремся. Уже перешли нас. Борьба переходит на стол. Кто кого? Я или Рулька меня. У меня уже закипает картошка, разморозилось мясо, а я все борюсь с Рулькой. Но я сделаю ее все равно. Зараза какая. Вот кость просто, кость разветвистая. Не сильно жирная, пухленькая. Ах, как пахнет картошкой. Рику забрали, я даже полчасика успела вздремнуть. Сначала пошла, думаю, сейчас схвачусь за дела. Потом успеется дела сделать. Смотрите, вот, вот она в чем меня подводит. Вот тут вот. Вон аж где кость, вон она. Вот. Фу, а, я справилась с этим. Но это останется на суп. Безотходное производство. Посолим. Поперчим. Я делаю, буду делать так, не буду вырезать, ну, а нет, а может вот это, не буду вырезать внутренности. Вот это вот можно отрезать. Ну, часа на два я ее. Часа на два я ее оставлю. Закрою крышкой. Пока зарезать не буду. Найду, нет, ну не найду никак ниточки. Можно завязать, а в принципе можно, наверное, не завязывать. Я в духовке в горячей, думаю, она сразу. Картошка у меня варится, Рулька маринуется. Ребят, вот кусочки мяса прям пожарю. Поперчу, посолю и пожарю. И больше ничего лишнего. Даже, наверное, поперчу просто, потому что у меня. У меня смесь перца с солью. Сделаю салат, и вот ужин готов.
Что-то я обленилась. Ну вот. Все, жду своего часа. Сковородочка уже дымится. Запускаю наше мяско. Не буду мазать маслом. Просто на медленный огонь. И мяско пусть жарится в собственном соку. Ой, у меня кран замечательный. Я теперь даже могу делать тоненькую-тоненькую струйку. У меня там у крана было не полезть, как гарнитуру, блин. 14 лет. Ну, 3, наверное, 13. Не 14, а 13. 14 лет назад переехали сюда. Сейчас я здесь все протру. Ой. На салат у меня другая досочка. Все досочки для продуктов холодного приготовления. Для салатов. Для салата возьму вот немножко три огурца. Ой, какой аромат. Мясо. И две помидорки. Я репку порежем и лучок репчатый. Помидоры уже все. Мягкое. Огурцы я люблю резать так. Так, мой ужин готов. Вот что у меня на ужин. Картошечка со свининой. Жареная. На сковородке гриль без масла, собственно, соку. Я не спит. Я еще сегодня ничего не ела. Сейчас кушаю и думаю сходить к подружке. Все надоело, надо. Правильно, все говорят, надо отдыхать. Пойду к подружке. Потому что, ну, вот думаю. Кран сменили. Белье стирать. Дела не никуда не денутся. Рулька пусть маринуется. Я вообще думаю ее салат не царевный. Оставить ее до утра, чтобы получше промариновалась. А я это сделаю. Что-то я сегодня ничего не досолила. Будем отдыхать. Я все выберу. Я сегодня выберу. Я не еще 17. Она не ходит. У нас на этой работе почему-то не спрашивают, пойдете вы на выборы. Вот на той постоянно спрашивали, как перед выборами. Только не спрашивали, за кого голосовать. Знаю, что у некоторых прям рекомендации, за кого голосовать. И отзвониться. У нас тоже была звонница. У меня подраханы. Стояла глиняная свинья такая большая, как горшок глиняный. Мне сидят, мам, давай его выкинем. Блин, жалко. Еще дню я перестала, чтобы кран менять. Поставила на стол. Думаю, сейчас этот машинки выстиру. И моей кошке ей приказали, уж приказал долго жить. Они ее разбили. Думали, свинья настоящая, хотели съесть, наверное. А нет. Оказалось, она несъедобная. Хотела кабачки сделать. Все, что-то я прям обленилась, говорю. В эти выходные. Москва не сразу строилась, все успеем.
Надо все успевать. И от Ютуба надо тоже иногда отдыхать, наверное, да, ребят? Сегодня много стримов. Прямых эфиров. Ну, стрим, прямой эфир. Кому могла, зашла. Здоровалась. Долго сидеть некуда. Нашла опять новых друзей новых. У меня за 600 уже подписчиков. Только часов. Зашла к одному мальчику. Подружиться. Он ну, хочет до Нового года набрать 10 тысяч подписчиков. А я пишу, я хочу 4 тысячи часов. Просмотр. В общем, удачи ему и мне, и вам всем. Потому что смотришь у некоторых... За 1000 нет рекламы еще. А у кого-то 1000, ну даже 1900 так вот. А реклама не значит часы. Не выработали. Ну, не набрали, что ли, я не знаю. А у кого-то 1100 уже есть реклама. Вот. Кто знает, что пишите. Почему так? Или просто не, ну, не подключает вон, она лезет, видите? Куда залезла? Ну-ка! Гоша сидит. Кран, конечно, дорогой. Ну, 1200 получился. Пришлось раскошелиться. Жалко просто ставить было на старую кухню. Огурчил уже какой дорогой купили-то. Прям жалко. Ну, а что вроде? Покупать хороший. Они мне тогда еще и вот покупали в раку. Ну, в ванну тоже меняла краны. У меня, говорю, у меня проблемы прям. С кранами. Ну, тут на кухне ты еще стоял долго. А в ванной я уже раз 7, наверное, менял. Один раз приехали из сада. Я еще с Гошей жила. Ну, со старым мужем. Бегом, чтобы намыться, а я на маленькой. Мы быстрее, ну, что-то прям быстрее. Уже поздно так, что-то часов. Ну, хотелось быстрее намыться, ямку намыть. А я вместе с ней говорю, давайте я намою. Ну, я быстро намоюсь. Сел с задницы на этот кран. Продлили себе удовольствие. Все уже было закрыто. Мега. У нас в Кустовском районе ехать. Прилично. Поехали за краном в Мегу. Уже на 10. Меняли. То кнопка какая-нибудь, то еще что-нибудь оторвется. Плохо в моей квартире. Не любит мой домовой технику. Мясо. Получилось вкусно. Салатиком в каждый самый раз. Ну, практически суббота и прошла. Ну вот все. С утра я с вами поболтала. Сейчас будем монтировать видео. Рульку будем доделывать завтра. Пусть просолится. Это же ну, то же самое, как сало. Пусть внутри просолится. А то оно будет сверху соленое, а внутри нет. Не буду надольше. А завтра будем делать рульку. И еще чего-нибудь. Каждый день чего-нибудь, будем делать. Сейчас в одноклассниках мне пишет один дяденька. Усатый наружности. Все сердечки слал. Хоть кто-то оценил. И спрашивает, замужем ли я. Я еще не ответила. Надо написать, что возьмешь. Будешь потом пятую в квартире искать. Мы женщины порядочные, скромные качества. Совсем чуть-чуть. Но привыкшие жить одни дома. Чтоб никто не мешал по-другому. А то можем убить. Ну ладно. Дальше это все шутки.
заканчиваю свой сегодняшний блог. Всех люблю, целую. Всех люблю, целую. Ставьте лайки. Приходите в гости на мой канал. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик и ставьте класс. Пока-пока.